Первый заместитель председателя Московской областной думы, депутат от партии «Единая Россия» Лариса Лазутина провела встречу с руководством Одинцовской больницы номер 2 в Перкушково. Главный врач медицинского учреждения Ашот Геворкян рассказал парламентарию о деятельности коллектива больницы в условиях режима повышенной готовности для предупреждения распространения коронавируса. В рамках встречи Лариса Лазутина передала больнице 50 медицинских масок.